Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Польша отказалась пропустить российский Ил-76 в Италию. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Польша не пропустила через свое воздушное пространство российские самолеты, доставлявшие в Италию военных вирусологов. В связи с этим Ил-76 пришлось прокладывать маршрут через Краснодарский край, Черное море, Турцию и страны южной части Европы, который оказался больше оптимального. В Польше заявили при этом, что не получали обращения от России о том, чтобы пропустить самолеты через воздушное пространство страны. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.